Чистый прием, нужна ваша помощь. Нужно срочно сделать или в Москве, или лучше в Питере, кепочку только с нанесением логотипа, там вышить его, наклеить. Короче, есть варианты, алло. Мы сидели с Вовкой, думали, давно мы с бокса не съезжали, давно гонок не было никаких. Так вот, гонки есть, картинг, заново съезжаем, вместо того, чтобы готовиться к RDS-GP. Ребята, там кто на радиумах двигается, вот что с этими ссаными баками дорогодолларовыми происходит. Они просто обсыкаются, стекают на дно. Да, Вова? Подтверждает. На 100 баках ездим. Пишу вам мрачную сторис. У меня, походу, тут экран маленько разбился. Ну да ладно, я же есть? Есть. Собрались, все в кучку сложили. Завтра погрузка, в ночь выезжаем в Питер. Питер планов громадье, надо будет там подварить, усилить рычаги, настроить двигатель, потому что мы турбину поставили, настроить не успели. Но на всякий случай взяли с собой старую, если что, будем переставлять обратно, выхлоп переводить.